Добрый день. Я представляю Московский государственный технологический университет «Станкин». Это бывший станки инструментальный институт. Я думаю, более знакомый название. Я заведующий кафедрой станков, и меня попросили сделать доклад по ремонту сложности оборудования и затронуть вопросы диагностики состояния оборудования, станочного оборудования. Значит, мне в свое время довелось редактировать вот такой справочник. Это типовая система технического обслуживания и ремонта дерева, значит, металла и деревообрабатывающего оборудования. Здесь есть вся информация по сложности ремонта станков, которые выпускали в Советском Союзе. Есть вся информация о тарификации работ, о стоимости работ, о нормах и так далее. До сих пор этот справочник не потерял актуальности. Значит, многие станки, которые в этом справочнике имеются, значит, до сих пор эксплуатируются на предприятиях, но появились и новые станки. Вот как рассчитать ремонтосложность новых станков, как оценить ремонтосложность и, значит, состояние станков щеку, я ее хочу сегодня осветить. Итак, типовая система технического обслуживания предусматривает такие мероприятия, такие, значит, определять, короче, такие самые позиции. Что такое категория ремонтной сложности? Значит, в этом справочнике все привязано к категории ремонтной сложности станочного оборудования. Она определяется, значит, конструктивными особенностями станков. Это компоновка, кинематическая схема, устройство механизмов и так далее. Технологическими особенностями, точность, точностные параметры, ремонтная пригодность и так далее. За эталон принят токарно-винторезный станок, наиболее распространенный станок, 16К20, с высотой центров 200 мм и расстоянием 1000 мм. Ему присвоена 11-я категория сложности. Вот дальше написано, значит, нормы часов на ремонт механической части, электрической части. Нормы часов, и все они привязаны вот к этой ремонтной сложности. Все другие станки расписанные в этом, значит, справочнике имеют такую же привязку. Если станки не попали в этот справочник, новые станки, то рассчитать ремонтную сложность можно вот по таким эмпирическим формулам. В них фигурируют показатели точности, показатели, значит, конструктивное исполнение. Вот, ну, я не буду комментировать эти все параметры, входящие в формулу. Если кого-то это более подробно заинтересует, я готов беседовать. Значит, это ремонтосложность токарных станков. Вот таким образом считается ремонтосложность фрезерных станков, вертикальных и горизонтальных. Ремонтосложность гидравлического оборудования станочных станков. В этом справочнике есть, значит, значение ремонтосложности электрического оборудования, двигателей, электроаппаратов и так далее. Так вот, срок службы станка определяется в основном износом трущихся элементов станка. Это направляющие, это подшипники, значит, ходовые винты и так далее. По системе планового предупредительного ремонта станки через определенное время наработки, значит, подвергаются ремонту среднему, капитальному или периодическим осмотрам. Так вот, на сегодняшний день экономически целесообразно выводить станки в ремонт по их фактическому состоянию. А фактическое состояние можно определить на основе, значит, технической диагностики. Диагностику износа, скажем, направляющих, можно оценивать, значит, различные методы, например, методом искусственных баз или методом нанесения
даже радиоактивных изотопов и по мере уменьшения излучения судить о степени износа направляющих. Диагностику различных механизмов узлов, например, приводов подачи, можно на основе измерения фактических положений узлов при перемещении узла по координатам. Для одной координаты на подвижный узел ставится внешний измерительный элемент, датчик. Проводится движение по программе, производится этим датчиком измерение фактических положений узла, высчитывается разница между фактическим и запрограммированным, и таким образом можно оценить точность работы станка. Вот по ГОСТу 27843, вот обозначены показатели, которые характеризуют точность работы привода станка. Методика последняя, которая сейчас действует, предусматривает измерения в контрольных точках, которые не коррелируют с основной периодической ошибкой. Фактическая ошибка в приводах, она носит периодический характер. Есть накопленная составляющая, есть периодическая составляющая. Так вот, если контрольные точки расположить так, чтобы выбирать разные доли периодической составляющей, можно отдельно оценить и накопленную ошибку, и периодическую ошибку. Это диагностика по одной координате. Сейчас есть средства, которые позволяют оценить состояние оборудования и его приводов по движению по крудовой траектории. Фирма Renishaw предлагает такие приборы, Pulbar, QC10, например, которые крепятся на подвижный узел станка одним концом, а другой ставится в шпинделе станка, например. Станку задается круговая траектория с разным диаметром, 50, 100, 150 мм. Два оборота в одну сторону по этой круговой траектории, два оборота в обратную сторону по этой круговой траектории. Вот примеры, используемые для станков для обработки корпусных деталей. Второй правый рисунок – это для токарных станков, для обработки телкачей. В результате получается картина. Здесь разным цветом показывает отклонение фактически подвижного узла от идеальной круговой траектории. А вот в этой таблице показаны различные диагностические параметры. 18 параметров можно оценить по этому испытанию. Это люфты по координатам, выбросы обратного хода, циклические ошибки, накопленные ошибки и так далее. И сразу же выставляются приоритеты этих погрешностей. Сразу можно судить, чем ваш станок болен. Другой метод оценки состояния узлов – это с помощью импульсного нагружения. Во всех станках есть движущие узлы в виде роторов, это шпиндельные узлы. Они всегда на подшипниках. Так вот, состояние подшипников можно оценить по реакции на импульсное воздействие. Так как, невропатолог бьет пациента молотком по коленке и смотрит реакцию на это дело, и потом судит на состояние нервной системы. Так примерно мы судим по состоянию станка по реакции на импульсное воздействие. Вот здесь показано воздействие динамометрическим молотком и запись датчиком абсолютных колебаний акселерометром. Колебания на это импульсное воздействие. А дальше идет обработка, спектральная обработка. Вот на компьютерном формате показано импульс и его реакция. Приборы минимальные. Вся процедура занимает больше наладки на станок, не более получаса. В результате получаются характеристики, амплитудно-частотные характеристики, фазочастотные характеристики, которые позволяют судить о состоянии станка. Вот на этой основе нам в недавнем времени удалось решить проблему, которая стояла на заводе «Гидросила». Они купили два станка новых. Один у них нормально работает, принимает, а другой дробит при резке. Вот пример дроби на поверхности показывает.
Изготовитель станка, значит, рекламацию не принимает, говорит, у нас все хорошо, это вот инструмент, пожалуйста, значит, занимайтесь инструментом. Мы провели испытания, все испытание занял у нас, весь комплекс испытаний занял 2 часа, в результате получили характеристики экспериментальные, а затем смоделировали шпиндельный узел и реально показали изготовителю, что у них проблемы с двухрядным роликовым подшипником передней опоры. Когда мы по программе, по модели изменили жесткость подшипника паспорта в 6 раз, получили полное совпадение расчетных и экспериментальных характеристик. И вот когда им это предъявили, тогда уже деваться было некуда. И они тогда уже заменили всю шпиндельную бабку на станке, и таким образом станок был сдан. Ну, здесь примеры определения этих характеристик для различных станков. Это станок с параллельной кинематикой гигзамех, а ниже это зубофрезерный станок щипу, который мы тоже диагностируем с использованием этого метода.